показать вам тонометр артериального давления цифровой Little Doctor модель LD3A. Тонометр необходим тем, у кого прыгает давление. Этим прибором можно измерить давление в домашних условиях. Прибор может измерить не только давление, но и сердечный пульс. Также в приборе есть алгоритм определения аритмии. Это специальный символ на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса. Если не хватает информации на самой коробке, то можно узнать на сайте Little Doctor. Ссылку на сайт мы оставим в описании ролика. Также сайт можно найти на самой коробке. На сайте мы узнаем, какая погрешность измерения в этом приборе. Мы также узнали, что измерять давление можно только с 15 лет. Если нет интернета и сайт не открывается, то в коробке можно найти инструкцию к этому прибору. Мы советуем хотя бы один раз прочитать эту инструкцию, несмотря на то, что прибор очень прост в использовании. Из плюсов данного прибора мы отнесли работу в автоматическом режиме, память на 90 ячеек. Также прибор можно использовать как на батарейках, так и от сети 220 вольт. Из минусов мы нашли то, что батареек долго не хватает. Нам хватило батареек на 20 дней, поэтому использовать для длительных поездок не совсем подходит. Но для дома этот тонометр хорошо подходит, вам не нужно тратить деньги на батарейки. Мы подготовили прибор для измерения давления. Сейчас нажимаем кнопку и начнется процесс измерения давления. Сейчас, пока прибор измеряет давление, вы можете посмотреть, как он работает шумно, не шумно. Ну и сейчас мы увидим результат самого давления. Мы видим на дисплее результаты 118 на 91, пульс 81, значка аритмии нет. Если вы видели на коробке, то там было 120 на 80. Давление немного отличается, но все равно близко в норме, учитывая погрешность измерения самого прибора. Данный тонометр хорошо выполняет свою главную функцию, но для тех, кто будет покупать прибор для измерения артериального давления, мы советуем смотреть рейтинг на сайте Е-каталог. Ссылку на рейтинг мы оставим в описании данного ролика. И как зайти на этот рейтинг, мы сейчас покажем. Также мы посмотрим, на какие параметры больше всего люди обращают внимание. Мы зашли на рейтинг на Е-каталог. Первая у нас диаграмма – это производители. Первое место у нас Omron 42%, B-Well 25% и AD, ну и другие по 3, по 11%. Переходим к следующему слайду, это по типу. Конечно, у нас уже автоматически 93% занимает, это и понятно почему. Ручные 4%, полуавтоматически меньше. Хотя я предполагал, что полуавтоматические будут чуть побольше брать. Все-таки ручные люди еще тоже доверяют им. Переходим дальше. Это место измерения. Конечно, все предпочитают брать 89%. Это плечо. Также есть приборы и на запястье. 11%. Переходим к следующему слайду. Это функции и возможности тонометров. На первом месте у нас идет это измерение пульса. Все хотят покупать прибор, чтобы он измерял пульс. Второе место у нас определение аритмии 91%. Третье место автоотключение. Затем четвертое место у нас память показаний. Потом следующее место сигнал об ошибках измерения, потом индикатор заряда батареи и расчет среднего давления. И последнее, кого больше интересует, память на два пользователя и совместимость с персональным компьютером. И это, в принципе, весь рейтинг. Наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал Мир ПК, оставляйте лайки, пишите свои комментарии. С вами был Андрей. До скорых встреч. Пока.